Здравствуйте, время новостей на телеканале Кокше, в студии Мадина Абдикаримова. И в начале коротко о главных событиях дня. В преддверии профессионального праздника ряд деятелей Акмолинской области получили ведомственные награды. Отличник сельского хозяйства. Подробности уже через несколько минут расскажу вам я, Эльмира Оспанова. В областной травматологический пункт обращается все больше граждан, в среднем 70 за день. О внедрении системы Локалмектеп в школах Акмолинской области расскажу вам я, Вероника Цветкова. На проходящем в Баку Всемирном климатическом саммите президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали стратегическое соглашение по интеграции энергосистем трех стран. Казахстан играет важную роль как крупная транзитная зона. Что это даст Казахстану? Какова цель соглашения? Смотрите в сюжете. Подписывается соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджанской республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан в области развития и передачи зеленой энергии. Теперь Казахстан, Азербайджан и Узбекистан стали партнерами в сфере производства и передачи зеленой энергии. Глава государства назвал трехстороннее соглашение знаковым событием. Подписание соглашения о стратегическом партнерстве – это важный этап трехстороннего сотрудничества в развитии регионов Центральной Азии и Южного Кавказа. Документ открывает новые возможности для интеграции энергетических систем наших государств, а также создания надежных коридоров поставок экологически чистой энергии на европейские и другие рынки. По словам главы государства, для Казахстана, стремящегося к достижению углеродной нейтральности, зеленая энергетика является важным направлением. Об этом свидетельствует соглашение государства с зарубежными партнерами по реализации зеленых проектов общей мощностью 43 гигаватт. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что принятое сегодня соглашение выведет на новый уровень братские отношения и стратегическое партнерство между тремя государствами. Регионы Центральной Азии и Кавказа во многих вопросах действуют синхронно, в том числе и в сфере развития зеленой энергии. Мы знаем о тех больших планах и уже достигнутых результатах по созданию возобновляемых источников энергии в Узбекистане и в Казахстане. Президент Узбекистана заявил, что данное соглашение преследует не только экономическую цель, но и олицетворяет общий вклад в будущее. Особо отмечу экологическую значимость этого проекта. Энергия, которая будет передаваться, это энергия ветра и солнца, позволит смягчить влияние на климат. Тем самым мы поддерживаем совместные усилия по защите климата в рамках Парижского соглашения и достижения цели устойчивого развития. Стоит отметить, что ранее Казахстан и Узбекистан договорились о подготовке совместного предприятия по экспорту зеленой энергетики. Цель – экспорт зеленой энергетики в Европу. Стоит отметить, что на мероприятии министры энергетики Казахстана, Азербайджана, Узбекистана и Саудовской Аравии также подписали исполнительную программу о сотрудничестве в области развития и передачи зеленой энергии. Касым-Жомарт Токаев ознакомился с экспозицией Казахстана, представленной на климатическом саммите 29-й конференции сторон об изменении климата. Выставка демонстрирует культуру, инновации, экологические проекты страны. Пространство оформлено в этническом стиле с использованием натуральных материалов, что подчеркивает приверженность традициям и экологичному подходу. Президенту презентовали макет будущего завода «Хиросия-1» по производству зеленого водорода. Посетители павильона могут ознакомиться с биоразнообразием Казахстана и предпринимаемыми по реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, таких как туранский тигр, лошадь Пржевальского, сайгайки и снежные барсы. Акимом города Степногорска назначен Гайдар Касенов. Нового главу Степногорска активу города представил первый заместитель акима Акмолинской области Ельдос Рамазанов. В рамках поручения главы государства перед Гайдаром Касеновым поставлен ряд задач по развитию города и созданию комфортных условий для населения. На встрече было отмечено, что первоочередной задачей в отопительный сезон для акима города является бесперебойная и стабильная подача тепла для социальных объектов и населения. Также на особом контроле необходимо держать завершение работ и своевременный ввод объектов водоснабжения. Вместе с тем акимату Степногорска поручено провести четкую работу по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и развитию сферы предпринимательства, а также жилищного строительства.
Третье воскресенье ноября Казахстан отметит День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. В преддверии профессионального праздника в областном центре состоялось чествование специалистов сферы партии АУЛ. Подробнее расскажет наш корреспондент Эльмира Успанова. Поздравительной речью выступила председатель Акмолинского областного филиала партии АУЛ Анара Ябергенова. Главная цель сферы АПК – обеспечить продовольственную безопасность населения. Заслуги людей труда отмечают ежегодно. Мы делали представление на отличника сельского хозяйства. Я считаю, что это очень престижно, за подписью министра. Представление уходило за подписью председателя партии АУЛ по республике Серика Рахметуллаевича Игизбаева. И вот как бы наши вот кандидаты прошли, и мы очень рады. Пользуясь случаем, я просто хочу всех поздравить аграрников, которые занимаются производством сельхозпродукции, с таким праздником, потому что благодаря им мы имеем возможность получать экологически чистые продукты и как бы во благо народа работают. Всем здоровья и удачи. Нагрудным знаком «Отличник сельского хозяйства» отмечены деятели, внесшие большой вклад в развитие сферы, и те, кто много лет своим упорным трудом поднимает экономику страны. Награды получили доцент кафедры сельского хозяйства и биоресурсов Агротехнического института имени Смагула Садвакасова с более чем 40-летним трудовым стажем Зинегуль Саттыбаева, бригадир товарищества Жумыши Астык Кайрат Сыздыков и Евгений Рыжков, руководитель совхоза «Пламя» села Валиханово Жаркаинского района. Хозяйство «Пламя» образовано в 93 году. Основателем являлся мой отец. Более 30 лет работаем, производим зерновые культуры, пшеницу, ячмень. Начинали с небольшой площади, постепенно увеличивая. На данный момент имеем комбайны новые, трактора К-700. Производим обновление сельхозтехники, улучшение семенного фонда приобретаем. Сам я заступил в эту должность в 2015 году, как отец скончался, и мы стараемся, стремимся производить высококачественную сельхозпродукцию. Благодарственным письмом от председателя Акмолинского филиала партии АУЛ за значительный вклад в реализацию программных целей были награждены более 10 членов молодежного крыла АУЛ «Жастары». Мероприятие закончилось праздничной концертной программой. Зрители насладились песнями артистов, игрой на дамбре и танцем в исполнении ансамбля «Гаку». Эльмира Успанова, Баужан Смагулов, Ардах Тлеугабылов, Кюкше, Акпарат. В этом году 964 жителя области стали жертвами мошенников и понесли убытки на сумму более 1,5 миллиарда тенге. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил прокурор области. По словам Руфата Кутукова, увеличилось и общее количество преступлений. Не уменьшается число интернет-мошенничества. Акмолинцы ежедневно попадают в ловушку преступников. Эти преступления также трудно раскрыть. В настоящее время возмещено всего 15 миллионов тенге. Также ведется работа по взысканию более 84 миллионов тенге с 64 дропперов. Криминоген жағдай, кагелет мусак. Криминогенная ситуация характеризуется ростом преступности на 6,6%. Наибольший рост в области зафиксирован в категории мошеннических преступлений на 16%. Сегодня мошенники начали использовать искусственный интеллект, современные информационные технологии, чтобы обманывать людей и получать их средства. Наши жители по-прежнему становятся жертвами мошенников, которые выдают себя за фейковых сотрудников правоохранительных органов, банков, продавцов. При мониторинге соцсетей была выявлена подозрительная реклама компании Lime Academia, которая приглашает финансовую пирамиду. По результатам проверки в отношении двух человек возбуждены уголовные дела. Также ведется работа по противодействию наркопреступности. В рамках акции «Наша хорлыкка жол жох» зарегистрировано и уничтожено 61 графическое видео с наркотическим контентом. В текущем году выявлено на 13% больше наркопреступлений. Всего зарегистрировано 340 уголовных правонарушений. Из них суд направлен на 97 дел, 166 дел находится в производстве. Из оборота изъято 488 килограмм наркотиков. Из них 129 килограмм синтетических, 359 килограмм наркотиков растительного происхождения. По поручению президента органы прокуратуры проводят работу по сопровождению значимых для страны инвестиционных проектов. По инвесторам и бизнесу решены проблемные кейсы 24 инвесторов, реализующих проекты
на 190 миллионов тенге. 190 миллиардов, то есть, тенге. Защищены права более 5000 предпринимателей. По нашим актам надзора к различным видам ответственности привлечено более 30 лиц. В ходе встречи представители средств массовой информации задали острые вопросы представителям областной прокуратуры. Среди них вопросы, по которым часто обращаются граждане. Так стало известно, что жители больше интересуются ситуациями с дорогами, водоснабжением и социальными вопросами. Зарина Беккалиева, Евгений Варанкин, Василий Вережников, Кукши Ахпарат. С начала года в регионе возбуждено 18 уголовных дел экстремистско-террористического и сепаратистского характера. Управлением по противодействию экстремизму областного департамента полиции на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению, предупреждению и недопущению ситуаций террористического и экстремистского характера. Из 18 зарегистрированных фактов 8 являются ложным сообщением об акте терроризма. За это предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 5 лет. Это указано в статье 273 Уголовного кодекса. В этом году мы уже привлекли человека, ему дали 2,5 года, жителя Метов, который решил пошутить. И вот его шутка ему обошлась очень дорого. То есть его осудили на 2,5 года. В прошлом году аналогичный ребенок, семиклассник астанинский, житель Астаны, тоже решил пошутить над своим другом, тоже организовал звонок через так называемые подставные номера, но несмотря на это мы вычислили этого несовершеннолетнего, так как он не достиг 14-летнего возраста, к уголовной ответственности не был привлечен, однако были к административным большим штрафам привлечены его родители. Также встречаются случаи, когда в социальных сетях возникает межнациональная рознь. Под влиянием различных негативных течений часто оказывается молодежь. Есть блогеры иностранные, которые, пользуясь ситуацией на Украине, провоцируют наших граждан, особенно русскоязычных, с тем, что спровоцировать здесь межнациональную нашу у нас рознь, или межнациональную, так скажем, в кавычках, войну, между русскоязычным и нерусскоязычным. Так у нас есть блогер, который неоднократно провоцировал через интернет наших граждан. По результатам уже 3 человек привлечены к уголовной ответственности, осуждены. В этом году только к административной ответственности были привлечены 72 наших жителей области за различные административные правонарушения в религиозной сфере. В настоящее время религиозная ситуация в области стабильна, однако вопросы экстремизма и террористического характера всегда актуальны. В регионе продолжаются различные профилактические мероприятия и информирование жителей. Зарина Беккалиева, Жанар Мукушева, Павел Соловьев, Кукши Ахпарат. В областной травмпункт обращается все больше граждан, в среднем 70 за день. Причина тому – гололед на улицах города. Как отмечают врачи, чаще всего травмируют люди голову и ноги. С приходом холодов ситуация ежегодно повторяется. Как ведут работу коммунальные службы, чем обеспокоены жители областного центра и почему важно выбирать правильную обувь, расскажем далее. Ботинки с широкой устойчивой подошвой, ребристой или шипованной поверхностью помогут спасти себя от травм во время гололеда. Кроме того, стоит следить за погодой, отмечают врачи. Каждый человек несет ответственность за свое здоровье сам. Чаще всего люди получают травмы на улице, когда идут в школу или на работу. Из-за перепада температуры и осадков образуется гололед. В такое время, если вы не работаете, сидите на пенсии и сидите дома. Не выходите на улицу, будьте осторожны, выбирайте правильную нескользкую обувь, смотрите под ноги, оценивайте ситуацию. Зима уже вступила в свои права несколько недель назад, несмотря на то, что на календаре еще ноябрь. С приходом холодов и обильных осадков в виде снега у специалистов ЖКХ работы прибавилось. Теперь нужно очищать улицы и отсыпать инертный материал на тротуарах. Несмотря на то, что у ответственного ведомства есть четкий план и график работ, жители областного центра все еще передвигаются с опаской. Отмечают, песка под ногами не видели, скользко. Жолдарда ешқандай тұз құм себілмеген. Соған әкімшілік негізінде
Специалисты городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог говорят, что на улицах города работы ведутся посменно и ежедневно. В сегодняшний день, в течение двух недель, производятся работы по вывозу снега, в том числе проводятся работы по очистке дороги, также и тротуары. На сегодняшний день вывезено уже порядка 2500 кубометров снега, также порядка 35 кубов песко-соляной смеси. Данную работу коммунальные службы будут проводить на протяжении всего зимнего периода. Александра Гауэр, Сабина Жамшитова, Павел Соловьев, Ардак Тлеугабулов, Кокши Акпарат. В Казахстане уровень загрязнения воздуха в 4 раза превышает допустимую норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения. Это значит, что воздух в стране грязнее, чем рекомендуется для безопасного дыхания. По данным рейтинга IQ Air, Казахстан занял 40-е место среди 134 стран по качеству воздуха. Среднегодовая концентрация твердых микрочастиц составляет больше 22 микрограммов на кубический метр. Частицы опасны тем, что из-за своего малого размера они легко проникают в организм, в дыхательные пути, легкие, а затем в кровь. По итогам прошлого года самый высокий уровень загрязнения воздуха зафиксировали в Караганде, Чище, в Шу. Тем временем инвестиции Казахстана в охрану окружающей среды за 9 месяцев этого года составили больше 25 миллиардов тенге, что на 85% меньше, чем за тот же период 2023-го. Вложения в экологические проекты были зафиксированы лишь в 13 регионах. Больше всего направили в Атыраускую область – 6 миллиардов тенге, однако это в 4 раза меньше, чем год назад. Далее следует Павлодарская и Акмолинская области с 5 и 4,5 миллиардами тенге соответственно. На побережье Мангыстауской области обнаружено 1034 мертвых тюленя. Местные исполнительные органы занимаются сбором и утилизацией туш. Тюлени стали появляться на берегу моря с октября. Основной выброс произошло в Тупкараганском районе. Единичные случаи зафиксированы и на территории Актау. В агентстве по финансовому мониторингу 13 ноября 2024 года сообщили об участившихся случаях сбыта фальшивой иностранной валюты. В Алматы установили группу лиц, которая занималась сбытом поддельных 100-долларовых купюр. В ходе обыска по месту жительства одного из участников преступления обнаружены поддельные доллары в количестве 149 штук. В отношении их судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, в Западно-Казахстанской области совместно с полицией выявлен факт сбыта поддельной валюты. Группа лиц подозревается в сбыте фальшивых 25 тысяч долларов США и 10 тысяч евро в одном из лотерейных клубов Уральска. На эти деньги подозреваемые пополнили счета для осуществления ставок. Разработанная отечественными учеными система «Алакан» внедряют в школы в Акмолинской области. Установка уже завершена в 79 образовательных учреждениях. Зайти в школу, приобрести еду в столовой, взять учебные материалы в библиотеке – все это теперь будет доступно только через систему «Алакан». Что думают школьники об этой системе, смотрите в сюжете. В школах области запустили новую систему «Алакан Мектеп». Новшество прежде всего направлено на безопасность и осведомленность родителей об их ребенке. Многие школьники положительно отзываются о нововведениях, ведь это во многом упростило им жизнь. Биометрическая система «Алакан» идентифицирует школьников и сотрудников образовательных учреждений бесконтактно и исключает передачу инфекций. Сервис работает за счет распознавания рисунка вен на ладони. К новой технологии школьники старших и средних классов IT-лицея уже привыкли, а вот учащихся начальных классов сопровождает учитель. На данный момент в нашей школе это очень удобно и безопасно. Почему? Потому что родители знают, когда их ребенок приходит и выходит со школы. Это не как в прошлом таскать с собой карточки, которые могут потеряться, остаться. Некоторые могут об этом переживать. А ты просто приходишь в школу, протягиваешь руку вперед, датчик это сканирует, ты заходишь в школу.
Доступ в саму школу предусматривается через систему Алакан. Такая же программа установлена в библиотеке и столовой. Для родителей создано бесплатное приложение, в котором они могут посмотреть меню школьной столовой, что приобрел их ребенок за день. Также они имеют компетенцию убрать те продукты, которые вызывают аллергическую реакцию у их детей, отметил специалист. Стоит отметить, что не все родители одобряют эту систему по разным причинам. Поэтому для их детей будут выдаваться специальные карточки. Если родители отказываются, есть категории, которые считают, не считают необходимым это, чтобы ребенок проходил через посредством Алакан, то, соответственно, таким детям будут выдаваться карточки. Поэтому вот так вот все продумано, я думаю, и без препятствий ребенок может посетить школу. В этом году ответственные лица стремятся добиться 75% обеспечения систем безопасности в 91 школе по интеграции аппаратно-программного комплекса с цифровыми образовательными ресурсами, учетом и оплатой питания в школьной столовой и другими сервисами. Вероника Цветкова, Бауыржан Смагулов, Кокше, Акпарат. С 10 по 12 ноября в Кокшетау прошел областной этап республиканского конкурса исследовательских проектов и творческих работ «Зерде» среди учащихся 2-7 классов. Интеллектуальное соревнование организовано Центром выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи «Акмула Дарыны». В нем приняли участие более 150 школьников со всего региона. Конкурс «Зерде» позволяет учащимся развивать навыки проведения исследовательской работы и интеллектуальный и творческий потенциал. Всего для участия поступило 211 заявок. На защиту были приняты 136 наиболее актуальных проектов по 12 направлениям. Сегодня прошел завершающий этап областного уровня «Зерде». Мы сдавали проекты на экспертизу преподавателям университета для тщательного анализа. Также в областном центре по работе с одаренными детьми Дарын действует специальная антиплагиат-программа. Через нее прошли все работы. Оценивали, как ребята смогли доказать свою работу перед жюри, насколько развита их речь. Изучив критерии, жюри присудило места. Начиная с учеников начальной школы, мы посчитали, что все заслуживают максимального вознаграждения. Все учащиеся получили сертификаты. Среди участников – шестиклассницы из города Есиль, Дарья Тараканова и Елизавета Башков. В секции «Русский язык и литература» девочки представили проект «Живой библиотеки». По их словам, есть и результаты, особенно в привлечении к чтению первоклассников. Благодаря живой библиотеке мы прививаем культуру чтения к нашим меньшим. Мы прививаем культуру чтения к детсадовцам и начальным классам. Мы рассказываем сказки и показываем постановки. Им это очень нравится, и они больше начинают читать. Мы делаем это для того, чтобы, когда мы уже закончим школу, наши младшие классы на данный момент, которые сейчас учатся в начальной школе, в будущем тоже создали свой проект. То есть продолжили наш и ходили тоже по младшим классам и показывали. По итогам конкурса 114 учащихся стали призерами. Они были награждены дипломами и грамотами первой, второй и третьей степени. 21 школьник, занявший первое место на областном этапе, получил путевку на республиканский конкурс. Эльмира Оспанова, Жанар Мукушева, Медет Кайркенов, Ардак Тлеугабылов, Кокше, Акпарат. В Испании ожидают вторую волну наводнений. Предупреждения о сильных дождях и ветре объявлены в 8 регионах страны, в том числе на Балиарских островах, в Каталонии и Валенсии. Между тем, в пострадавших регионах продолжаются поисково-спасательные работы. Последствия ликвидируют больше 15 тысяч военнослужащих, в том числе полицейские. К ним присоединились 45 тысяч волонтеров. Поиски пропавших без вести продолжаются, их сейчас 23. В связи с ЧП король Испании Филипп VI также посетил штаб вооруженных сил Валенсии. Напомним, шторм Дана обрушился на Испанию в конце октября. Наводнения унесли жизни 223 человек. Большинство погибших в Валенсии стихийное бедствие признали сильнейшим в Европе. За последние полвека власти страны выделили 14 миллиардов евро в рамках пакета помощи пострадавшим. Сильные дожди обрушились на центральную часть Перу. Непогода вызвала оползни в десятках городов. Больше всего пострадал Уанука.
За 2 часа там выпало больше месячной нормы осадков. Потоки воды смывали автомобили с улиц, разрушены свыше 300 домов. О пострадавших не сообщаются, идут спасательные работы. Синоптики предупреждают, что неблагоприятные погодные условия в регионе сохранятся в ближайшие дни и призывают жителей сохранять осторожность. Спутниковые снимки показывают смог над пакистанской провинцией Пинджаб. Уровень загрязнения настолько высокий, что его видно даже из космоса. По информации Sky News, на снимках НАСА видно, что восток страны окутан токсичной дымкой. А смог также достиг северных районов Индии и Нью-Дели. По данным IQ Air, отслеживающие качество воздуха во всем мире в Лахоре, столице пакистанского региона Пинджаб, где проживает 14 миллионов человек, индекс качества воздуха превысил 400. Любое показание выше 300 считается опасным, а значение от 0 до 50 – нормальным. Загрязнение воздуха в пакистанской провинции Пинджаб привело к заболеванию 1,8 миллионов человек за месяц. Школам по всей провинции было приказано закрыться на 5 дней для защиты здоровья детей. Пинджаб с населением 127 миллионов человек с прошлого месяца борется со смогом. Китайские ученые разработали первого робота-спасателя на базе искусственного интеллекта. Машина способна обрабатывать большие объемы данных и по заданной программе круглосуточно следить за ситуацией, чтобы вовремя среагировать, если кто-то попадет в беду. Патрулирующий робот оборудован спасательным буйком и рукой-манипулятором, с помощью которой он может легко вытащить человека из воды. Устройство уже протестировали на реке Лохэ в провинции Хэнань. Никогда не будут забыты имена тренеров Амангельды Балтабаева, Оразгали Аканова, Сагинтая Жаманкозова и Конышбека Ажигулова, расширивших горизонты кокшетауского бокса. Чтобы почтить память спортсменов, в 18 раз был поднят флаг республиканского турнира. В боксерском зале спортивного комплекса имени Кожемукана состоялась церемония открытия турнира. Молодые спортсмены со всей страны выстроились в ряд. Ветераны бокса выразили слова поздравления и пожелали победы. В первый день соревнований на ринге встретились порядка 70 пар. Сразу же появилась решимость новых боксеров к победе. Сильнейшие в каждой весовой категории получили путевки на предстоящие встречи. Противник был хороший, но я слушал подсказки тренера и смог выиграть. Впереди еще 3 боя. Будем участвовать, выигрывать. Среди зрителей известный борец и тренер из Кызылту, Североказахстанской области Марат Жармаганбетов. Он стал болельщиком своего внука, который принимает участие в турнире. Я совмещал спорт с тренерской деятельностью. Я рад, что мой внук увлекается боксом. На этом турнире он будет защищать честь Ерендинского района. Отрадно, что казахстанских спортсменов узнает мир. Теперь наши мальчики и девочки-боксеры продолжат этот путь. Республиканский турнир продолжается в спортивном комплексе «Кожемукан». Участники турнира имеют возможность показать свои навыки и мастерство в боксе, сражаясь за титул лучших. Заринабек Калиева, Колымбек Мухамеджанов, Бауыржан Смогулов, Кукши Акпарат. На крытом футбольном поле многопрофильной детско-юношеской спортивной школы Окжетпес города Кокшетау прошел традиционный турнир среди ветеранов. Чемпионат прошел при поддержке Управления физической культуры и спорта Акмолинской области. В этом году география значительно расширилась. В чемпионате приняли участие ветераны-футболисты из Кустанайской области. В Кокшетау мы впервые приехали играть в футбол. Нас встретили с распростертыми объятиями в качестве гостей. Закрытое футбольное поле соответствует требованиям. Мы давно знаем футболистов Атбасара, наших давних соперников. В общем, молодежь должна брать пример с ветеранов, играющих в такой футбол. Более 60 футболистов-ветеранов постарались на поле. Есть немало участников, забивших несколько голов. Посвященный за 60 людям. Они вспоминают свою, как говорится, молодость. Неумолимо. И посмотрите, многие из них показывают мастерство. Ну, конечно, нет у того силы, быстроты, выносливости. Но самое главное, игровое мышление у них на высшем уровне. Мы всегда уважаем ветеранов. Это подтверждается тем, что спортзалы и площадки предоставляются им бесплатно. Наша дверь всегда открыта. Мы должны учиться у ветеранов-спортсменов.
В напряженной борьбе в прошедшем турнире первое место заняла команда города Астаны. Второе досталось спортсменам из Буландынского района. Соседи из Кустанайской области завоевали третье место. В завершении победителям вручили награды. Вероника Цветкова, Каламбек Мухаммеджанов, Жюштин Мирза, Кокше, Акпарат. На этом наш выпуск подошел к концу. До новых встреч в эфире.